Пришло время снять значок. Депутат городского совета депутатов 15-го округа Никита Никулин сложил свой мандат и теперь занимает должность заместителя руководителя администрации Щелковского района по вопросам строительства. В выходные он подвел итог своей деятельности в качестве депутата за минувший год. Выступить перед жителями действительно не стыдно, проделано много добросовестной работы. Так было проведено комплексное благоустройство дворов на улице Пустовская, 6, Первому советскому переулку 6А, площади Ленина, дом 1. Во многих дворах установлены уличные тренажеры. Кроме того, в округе не осталось ни одного сухостойного дерева. Ежедневно велся мониторинг наледи и сосулек на крышах. Организовывались праздники и торжественные мероприятия. Велась активная работа с жителями. Из особо серьезных видов работ, которые мы смогли сделать, мы два раза в год чистили реку Панери. Вот, был совершен капремонт трех домов кровель. Я считаю, серьезно проделанную работу депутата, то есть, в принципе, мне не стыдно пережить. Складывая полномочия, Никита Никулин обещал продолжать по необходимости вести приемы с жителями, отвечать на вопросы и помогать решать проблемы, как и всегда, самые острые. Про работу с управляющими компаниями, ЖКХ и благоустройством дворов. Отрезали забор, который вы нам сделали. Они мне пообещали, что они его восстановят. Обещали, я бы не сказала, 3 года. Я свяжусь с подрядчиком, я думаю, что... Высоко оценили проделанную работу депутата Надежда Суровцева и Владимир Шапкин. Самое главное, что если... Вот, что значит оценка работы депутатов? Оценку работы депутатов избиратели дают, когда они избирают депутата на следующий созыв. А Никита Александрович избирался неоднократно по своему избирательному округу. Поэтому его работа оценена. Никита Александрович, большое спасибо. Почему? Потому что он действительно работал как депутат. Это я могу ответить искренне. Мы взаимодействовали. Такую систему отчетности реализует только партия «Единая Россия». Благодаря этому появляется возможность не только живого диалога, но и поиска решения насущных вопросов. Вообще мне очень приятно, что это вот такая наша инициатива в этом году. Вы знаете, она реализовалась в очень хорошей встрече с населением. То есть, когда депутаты не просто личный прием ведут, не просто в дворах встречаются, а за год показывают свою работу и плюс говорят о планах и проектах на следующий год. Жители также отметили работу своего депутата положительными отзывами и даже поблагодарили его стихами. Наш Никита, депутат, добрый человек. У него от всех забота и в работе есть успех. Марина Позднякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».